А сейчас блок информации из Бразилии об Олимпиаде и об олимпийских наших чемпионах. И вот первое, с чего мы начнем, это сообщение пришло из Новосибирска. Олимпийская чемпионка по фехтованию Юлия Гаврилова заявила, что намерена сделать длительный перерыв в тренировках. О своих планах Саблиск рассказала на брифинге о выступлениях новосибирцев на играх в Рио. Однако Юля уточнила, если будет скучать, тогда вернется. Тренировать она тоже пока не собирается. У нее есть другие, помимо спорта, планы. Но о них Юля говорить не хочет, потому что не планирует все это выставлять на всеобщее обозрение. К сожалению, наверное, заканчиваю свой спортивный путь. Хочу объявить это. Не знаю, конечно, как дальше. Может быть, я заскучаю и вернусь. Но пока для себя решила, что во всяком случае беру длительную паузу. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро Новосибирской области представляют 7 спортсменов. Роман Власов, Юлия Гаврилова, Иван Стретович, Любовь Шутова, Наталья Ловцова, Миша Лаян и Артем Вольвич. Вот первые четверо уже завоевали медали. Спортивному гимнасту Ивану Стретовичу удалось завоевать серебряную медаль. Миша Лаян сегодня, кстати, выступает. Чуть позже мы расскажем об этом в анонсе. Ну и напомню, что саблистка Юлия Гаврилова вместе с Софьей Великой и Яной Игоряна разгромили в финальном поединке Украину и стали чемпионками Рио. Они одержали победу со счетом 45-30. Бронзу в командном турнире тогда взяли американки. Вот такой политически актуальный получился пьедестал. Но кто-то в этом увидел особый смысл.